Так, ребята, буду сегодня ловить на такой воблер маленький. Думаю, поймать окуня. Если клюнет, я вам покажу. Ребята, клюнуло. Такой сегодня первый укушок. Небольшой, конечно. Поймал еще такого небольшого и побежал. Еще один зацепили такого окуня. Такой окушара. Такой. Ну вот, еще поймал. Такой хороший уже. Буду только снимать хороших окуней. Так, на рыбалке даже встречаются баклажаны. Чьи-то, не знаю чьи. Походу еще есть. Вот там один, два. Вот так. Так,
идет лодка. Вот еще поймал такого окуня небольшого, правда. Так, ребята, вот рыбалку я уже закончил. Уже у меня наступило 5 часов, идет 6 час, также дождь идет. Порыбачил я, конечно, сегодня хорошо, отлично, клевали только одни окуни. Больших не было, но были такие средние. Встретил одного рыбака, поляка. Мы с ним обменялись приманками. Он мне дал 3 твистера, а я ему дал 1 вертушку Мэпс. Ну так, потому что твистера такие в Лондоне как бы не найти нигде и нигде их не купить. В общем, так. Конечно, дома рыба клюет лучше и крупнее, и места красивее, и природа другая. А тут так не очень сильно и хорошо клюет. Все время эти лодки ходят туда-сюда, рыбу гоняют, и практически она не клюет. Щуку так я сегодня даже и не поймал. Только одни окуни. Так что, друзья, буду я с вами прощаться, и уже в следующем видео уже попаду на рыбалку. Как говорится, с всеми не прощаюсь, всем пока и до новой встречи. Все, дождь пошел уже конкретно.